Начиналась когда-то она с двух шкафов и выросла до 2 практически миллионов экземпляров, которые находятся в ее фондах. Это современная библиотека, которая сохраняет библиотечные традиции. Ее реконструкция, которая была совсем недавно завершена, как раз-таки и характеризует эту тенденцию в ее работе. Я предлагаю зайти на сайт достижения.рф и обязательно проголосовать за нашу замечательную национальную библиотеку Республики Карелия.